Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача сад огород цветы. Вчера у нас целый час шел сильный ливень. Вода буквально залила все. И на сегодня как раз еще будет один дождь, не знаю какой. И растения, я смотрю, требуют срочной защиты от спор грибковых заболеваний и на плодах, и на ягодах, и на листочках. Все нужно обработать. В таком случае, что нужно делать, если недостаточно имеется биопрепаратов, биофунгицидов? У меня вот есть гаупсин и трихофит. В этом случае я делаю вот такую операцию. Сейчас 2 часа дня, а к 6 часам дня мне нужно подготовить, будет 2 ведра раствора вот с гаупсином и трихофитом. Но так как у меня их мало, вот их очень мало, я сейчас хочу сделать вот такую операцию своеобразную, то есть быстрое размножение вот этих бактерий, биофунгицидов, биопрепаратов в воде. Вода, температура где-то 28 градусов, сейчас вот она на улице была у меня, и 28 градусов там сейчас тепло. Поэтому что я делаю? Беру 3-литровую банку с водой. Должна быть, конечно, чистая вода, без всякого хлора и добавок. Добавляю. Мне понадобится сахар. Добавляю в каждую банку 3 ложки сахара. Это у меня вот 3 ложки сахара. И сюда мне понадобятся еще дрожжи сухие. Вот эти наши отечественные дрожжи. Они не сильно дорогие, поэтому беру полную ложку, не жалею, сверху полную ложку дрожжей и добавляю сюда в 3-литровую банку. А теперь у меня будет первым гаупсин. Я его взбалтываю, то что осталось, его осталось очень мало. Ну вот на 3-литровую банку, надеюсь, что я поделю, мне по 100 миллилитров хватит. Вот такой у него цвет. Это уже препарат открытый был несколько дней, поэтому такой цвет имеет. Запах пока приятный. Вот он, видите, еще живые бактерии. Добавляем его в эту банку. Теперь нужно обязательно. Да, у меня получится на 2 спокойно банки. Сейчас сразу же и вторую банку тоже добавлю 3 ложки сахара. Мне нужно будет обязательно одно ведро 10-литровое сделать этих препаратов и другое. Поэтому сейчас добавляю сюда тоже вторую баночку, тоже дрожжи сверху. Ну и наливаю, получится 100 миллилитров. Ой, повезло, еще даже осталось, значит еще добавлю в эти банки. Сюда сейчас поделю то, что осталось. Надо разделить на 2 банки. Вот сюда. Это получится где-то по 120 миллилитров в эти баночки. Это у меня гаупсин. То же самое буду делать с трихофитом. Нужно обязательно перемешать. Так, хорошо. Надо, чтобы сахар растворился. И дрожжи растворятся. И вот эти, вот это сочетание питания будет как раз сахар. Ну и дрожжи очень активно помогают сахаром размножаться бактериям гаупсина. Их там много. Вот, запах приятный такой. Ну а теперь я закрываю банки. Вот у меня гаупсин. Здесь у меня как раз получается желтые крышки, чтобы не перепутать, и запишу. То же самое я сейчас буду делать с трихофитом. Абсолютно, чтобы не занимать время, я то же самое буду делать вот с этим вторым препаратом. Называется трихофит. Они отдельно должны обязательно размножиться в большом количестве воды. Но в данном случае у меня 2 банки 3-литровых гаупсина и 2 банки трихофита получится. И вот по 5 литров, тут 6 литров будет, по 5 литров я буду брать того и того,
перед обработкой и обрабатывать. Итак, закрепим уже схематически по 2-3-литровые банки, то есть 6 литров у нас жидкости гаопсина получится и 6 литров трихофита. Из них по 5 литров я возьму одного и другого препарата, соединю и буду обрабатывать. Это у меня получится 10-литровая как раз емкость для того, чтобы обработать огурчики, виноград. Вот этого мне достаточно. Ну и у меня еще есть запасы долго приготовляющегося раствора, но сейчас не об этом. Сейчас вот быстрое размножение. Итак, в каждую 3-литровую банку отдельно у нас идет гаопсин и отдельно трихофит. Добавляю. У меня получилось 120 мл препарата одного и другого. 20 мл не оставляю. Обычно я беру 100 мл, но в данном случае 20 нет смысла оставлять, потому что в бутылке как раз доступ воздуха, и они погибнут. Пусть они здесь живут, размножаются и работают. Итак, в 3-литровую банку добавляю воду температуры воздуха, у нас 28 сейчас, чистая вода. Сюда же добавляю 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку с верхом дрожжей. Все перемешиваю, вот оно уже полным ходом идет работа, вот такой цвет уже набирает. Там такое движение, движуха пошла. Серьезное, как раз размножение очень хорошо идет, питательная среда отличная. И вот благодаря вот этим процедурам, этой операции очень быстрой, я получу в конечном итоге по 5 литров гаопсина уже готового раствора и 5 литров трихофита. А у меня останется в каждой банке по 0,5 литра раствора уже готового. Для этого я эти пол-литры кое-что еще сделаю, чтобы в дальнейшем размножать, но это будет отдельное видео, потому что уже запутываются многие, как вот это делать. Итак, сегодня у нас тема срочно-срочно нужно после ливня, после дождей обработать наши растения, винограды, овощные растения от болезней, потому что как раз жара, ливень и вот это резкие перепады температур как раз отличные условия для развития спор грибковых заболеваний. Поэтому готовлю при наличии малого количества вот такой объем. Мне хватает как раз на обработку срочную 10 литров. Обработка идет раствора и не развожу вот именно чистый, вот это уже приготовленный, который вот созревает у меня. В 6 часов он будет готов и я приступлю к обработке. Ну а оставшиеся мы обязательно тоже пустим в работу. Все должно работать. На канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» была очень важная и срочная тема, поэтому выставляю. Еще не готов препарат, но у меня в другие дни я уже это делала. После первого ливня уже вот такой процесс провела обработки, опрыскивания. Очень хороший результат, поэтому делюсь им. Используйте и обязательно обрабатывайте растения. Защищайте их от этих вредоносных спор грибковых заболеваний. Лайкайте, комментируйте, задавайте вопросы. А я пока прощаюсь с вами до следующих видео. Желаю вам удачного сохранения урожая и самих растений.